И, друзья, всем привет! Меня зовут Сережа и Сэн, и сегодня мы с вами снова возвращаемся в нашу любимую FL Studio. И сегодня мы снова будем писать рэп-минуса. Я вам покажу немножко другой способ сэмплирования. Он будет отличаться от методов сэмплирования, о которых я рассказывал в первых двух уроках. Давайте с вами начнем. Для начала открываем плагин Edison, и я думаю, сразу давайте сделаем сэмпл, а потом уже будем прописывать ударные под него. Я уже заранее подготовился. Нашел сэмпл, не то что сэмпл, а мелодию, которую мы будем сэмплировать, и нашел тут достаточно интересный, в общем-то, кусок. И, друзья, давайте послушаем, что за основную мелодию на сегодня будет в нашем минусе. Это будет основа нашего сегодняшнего минуса. Перекидываем его и делаем вот так. А давайте выберем сразу темп 74 удара в минуту. Так, хорошо. И давайте, собственно, напишем. Довольно-таки интересный снэр. Так, кинем его. Пусть будет этот кик и хэт. И давайте пропишем наши ударные. Хорошо, как-то так. Кики мы прописали, давайте пропишем снейр. Так, хэты. Эти хэты прописываем по стандарту. Убавим их. Другие хэты будем писать вот так вот. И убавим их. И давайте в левый канал. Так, хорошо. Еще неплохо было бы тарелки добавить. Вот таких. Так, и... Давайте их в правый канал немножко сместим. Мы тоже убавим. Как сделать так, чтобы наш сэмпл звучал, собственно, не off-beat, а в бит. Его, чтобы открылось вот такое вот окошко, и здесь нажимаем правой кнопкой мыши на time и выбираем здесь 2 bars. Давайте сразу наложим реверб. И давайте послушаем, как это звучит в сумме. Я считаю, хороший минус у нас получается. Давайте пропишем бас. Для этого мы будем использовать плагин Super Bass. А здесь понижаем волюм до нуля и прописываем. Давайте послушаем.
И давайте нашему снейру тоже придадим объемность, и добавим немножко реверпа. Вот такого. Совсем-совсем чуть-чуть. И давайте послушаем, как это звучит теперь. У нас готово практически все, осталось только сохранить нашу мелодию, сделать вступление. Давайте напишем не особо длинный минус. Этого будет достаточно. Так, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем здесь Manage Pattern Clips. И давайте сделаем вступление. Давайте у нас вступление будет прямо вот сразу практически. Тарелки оставим и давайте послушаем, как это звучит теперь. Минус готов. Осталось только его сохранить на наш компьютер. Нажимаем «Сохранить как». И здесь выбираем формат и, собственно, сохраняем. И, друзья, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Сережа СН. И всем пока.